Приветствую вас, амигос. Долго ждали вы и жаждали. И вот она, новая серия. Я уже заранее вышел из церкви, где я в прошлый раз закончил, потому что, ну, загрузки здесь, ну, просто дичь, сука. Они такие долгие еще, блядь, подвисает, что-то подлагивает. Вот, блин, жалко, конечно, что нету SSD. На SSD-ху бы эту игру поставить и... О, опять мыльница опять, смотри. А черт, не та кнопка. 21 век, ёптать. Стекла не бьются в машине. Причем отражается в ней не то, что сзади меня, по-моему, какая-то борода. Кстати, наверху-то я смотрю, там фонарик в церкви зажжен, а наверх не подняться было. Боксерский зал, нихуя, я должен это видеть. Это интересно. Боксерский зал. Я думаю, моей спутнице должно понравиться, она же. Или она по борьбе. За права женщин. Ядер-кола. Пустая, что ли? Нет, целая. И сразу перегруз. Ну, конечно. А как же. Так, одежда. Нахрен надо. Вместительная кожаная броня. Вместительная полевая броня. Грязный шлем. Потом одену. То, что там у меня должно было ремонтное. Потом одену костюм этого серебряного хряща. Ну, к силе выносливость стекло, все. Когда дойду до этого улыбки Кэти или кого я там должен убить. О, стероиды в качалке, что еще? Кто-то вояку нокаутировал, видимо. Чё тут интересного-то, собственно, есть? Сигареты в боксерском зале, аппарат с сигаретами, это интересно. Штанга весом 36 килограмм. Еще 36. Таз с гнутым грифом, это с прямым. Бутылка ликера, понятно. Это, походу, отсылка куда-то. 36,3. Чё-то одни дрищи какие тут качали. О, 72,6. Бля, они что, троллят, что ли? Интересно, на что можно разобрать эту штангу? Вообще взять-то? У вас слишком много вещей перегруз. Да. Сколько написали, она столько весит. 412 перегруза сразу стало. Бля, вот и что с ней делать? Вес. Таблица способности выбросить, смотреть. Вес 160. Блять, написано 72 килограмма, вес 160. Фунтов, что ли? Или в чем тут вес-то хоть подсчитывают? А, перчики чё? Удар боксера. Это, я так понимаю, оружие должно быть, да? Удар боксера. Удар боксера, да. 14 дамага целых, что-то какого-то хилого боксера удар. Не Кличко перчатки ни хрена. Так. Сейф средний. О. Мед Икс, Бафут, Изолента. Игрушечная ракета, но это мне нахер не надо. Грязная пепельница, все, ничего тут больше нету. Кстати, пепельница-то это керамика, блядь, для крафта надо. Так, взламываем. Эти замки я и сам повзламываю. Лучше бы ты компьютеры взламывать научилась, была бы полезна хоть немножко. Военные деньги, патрон, золотые часы. О, это чё? Сундук легкий, ты посмотри. Да, ну давай ты. Nice. Заплатанный костюм. Интересно. Что за оборванец сюда боксом заниматься ходил? Обгорелый журнал мод. Обгорелый журнал рекламный. То есть ни журнальчика тут, ни пупса, ничего нету, да? Какая-то очень странная локация. Для атмосферности, наверное, сделали. Типа, о, нифига тут. Боксерский зал. Ну, тогда лучше бы для атмосферности, конечно, сделали бы качалку. Качалка там, как бы, ну, была поприкольнее. Походить там, на тренажеры погладеть. А тут что, ринг поставили? Аппарат с сигаретами. То есть, как-то странно. Может быть, это отсылка. И это такой боксерский зал из первого фильма Рокки какого-нибудь. Кстати, что-то... В боксерском зале штанги лежат, да, а груши боксерской вообще ни одной нету. Это странный боксерский зал. Может быть, здесь что-то написано?
Может это... Ну к чему-то я... у меня появился... Началась какая-то мания отсылок. Мне везде мерещатся отсылки. Как только я что-то не понимаю здесь, мне кажется, что это отсылка. Блять, супермутант. Дикий гуль. О, они все... Зомби, зомби восстали. Блять. Мочи их, ёпты, помощница хренова. Ширева. Нифига, она топором мутанта увалила. Причем мне за это опыта вообще не дали. Если она кого-то убивает без моей помощи, мне, походу, ничего за это не дают, да? И чё? Здесь, что ли, галерея? Пикмана. Нет тут ничего. Блять, и здесь ничего. А где галерея-то? Опять корабль какой-то. Что-то я часто здесь на... Кто это сказал? Блять, капитан Крюк, что ли, тут на корабле каком-то? Простите, мне не нужна ваша лодка. Рейдер обычный, нихера, она ему башку срубила. О, стимулятор, фак я. Take a space, сохранялочка. О, как вы там кучно стоите, друзья мои. Кучно стоите, грену ловите. Блять, моя напарница тупит. Ебать, она реально тупит. Не помню, чтобы я в напарнике брал тупую дуру. Горячая женщина. О, стимуляторы так и валятся, ты посмотри. А вот и галерея Пикмана. Рейдеры, говорит, в галерее. Они вон, все как раз на улицу, блядь, рейдеры вышли подышать. Стоило прийти. Баба в атаку вообще идти не хочет, так понимаю, да? Правильно, нахуй надо. Сами придут, надо будет. Не кажется ли этот рейдер в водолазном костюме носится? Чердак. О, баба пошла в атаку. И тут же ее нахлобучивают. Отбилась, что ли? Револьверчик-то неплохой. Он дамага наносит лучше, чем винтовка. Но винтовка, она более скорострельная. В этом ее плюс, конечно. Манталоны, шмонталоны. Чё-то, по-моему, я только что взял гладкоствольный пистолет, нет? В натуре, сука. Задолбал этот сигнал серебряного плаща, он то появляется, то исчезает. Ну чё, пойдем? Это, как его? Вдохновимся искусством. Просветимся. Картинами еврейского художника Пикмана. Оу-оу-оу-оу-оу, рейдер, тварь. О, ни хрена ты подпрыгнул. Там, походу, Пикман. Как он выпрыгнул-то оттуда, блядь? Да ёб твою мать! А чё? Я очень экзотично смотрюсь в этом. Вот и одежки, блядь. Это чё, блядь, за порнография была? Я забыл одеть комбинезон, конечно же. Сука. Ловим, ловим, ловим. Гранаты, гранаты пошли. За Пикмана, ёптать. Да пошел ты нахуй, ёпта, чувак. Так, помощь. Жареный рот-тараканчик. Сейчас, сейчас я их с тыла обойду. Сейчас. Сейчас. Держи их, Кейти. Все, я здесь. И понеслась. Бам, бам, бам. Предупредительный воздух, сука.
Стреляй, Глеб Егорыч, уйдут! Блять, ты-то куда нахуй лезешь? Сука, падла. Дай бог попадет, ёб твою мать, попал. Еще попал. Часто перик. Перезарядка. Посмотрите последний раз в глаза этой невинной собаки. Потому что теперь глаза куда-то улетели, нахуй. Бля, чуваки, вас тут не дохуяшь, шички. Вы издеваетесь, что ли, бля? Жареный олень, давай. Лечи меня, олень, блядь. Перезарядка, сука. Не кажется ли тут рейдер раком стоит на палке насаженный? Наш победили. А это, я так понимаю, Пикман? Нет, это рейдер. А чё это он? А это чё за сука? За Дракула. Визитка Пикмана. Послание Джеку, да? Николай МН. ОПРПРП. Послание Джеку. Блять, это аудиозапись. Пикман радостно бурчит. Это их Пикман, что ли, здесь? Это рейдеры? Это разведотряд рейдеров? Их Пикман здесь разложил и развесил? Ебать, Пикман худо... А картины-то? Это и есть картины? Блять, я в детстве лучше рисовал. А, это оторванные головы, смотрите. Он отрывал им бошки и рисовал. И рисовал с натуры. Вот он, это глаза вылетели. Чё? Пикник для Стэнли активировать. О, очень сложный. Hey. Настало твое время, давай. Говорят, ты очень сложные замки открываешь. Тебя надо подтолкнуть, я знаю. О! Hey. С бабами только так, чуваки, с бабами только так. Ну, давай. Да чё за хуйня-то с тобой, блядь? Hey. Блять, она не выполняет, она ничего не делает, ёб твою мать. Ты тупая? А, вот она ковыряется. Телепатия. Что ты мне показываешь? Исчезающий платочек? Что ты... Авада Кедавра, блядь. Блядь, она, короче, перевела все шпильки нахуй и сказала, что ничего не может сделать. Охуенно. Пикман, блядь. Вообще фарш какой-то. А чё, а еще какой-нибудь... На, ну это тайник, понятно, что за больше здесь за какой картиной такого, наверное, нету. Патрон, стимулятор, ништяк. Слушайте, по-моему, я тут толпу нагнул, нет? А к тому, что что-то мало лута как-то. Позвоночник, ёб твою мать. Визитка Пикмана. Он трупом раздал. Мать твою, Layers of Fear. Он в натуре здесь чувак из Layers of Fear поселился, наверное. Он им всем трупам раздал свои визитки, обалдеть. Да он юморист. Вантусы какие-то, блядь. Пиздец, очень сложный. Кости правой кисти. Ваза бутон это как бы, ну, керамика для крафта. А то многие пишут, что им, видите ли,
Неинтересно, смотри, как я лутаю. А что делать? Мне что, из водяного пистолета всю игру стрелять? Так, что-то они, блядь, херачат вообще дико. Водка диким, да, жареное мясо болотника. Ах ты, сука, я думаю, что это такое, блядь, стоит? Тюсак. Где-то рейдеры орут, но я не понимаю, где. Жилет из лакса. Пластиковая тыква. Визитка Пикмана. Сука, сколько он тут рейдеров уложил, я что-то не врубаюсь. Пакет крови. Визитка Пикмана. Но этих он бережно на кроватке. Зубная паста. Интересно. Я что-то никогда в луте не видел зубную пасту, по-моему. Где они топают, эти твари? О! Блять, блять! Ну почему я не могу отойти назад? Как вы думаете? Конечно, потому что тут, блять, Кэти. Кэти пошла в атаку, ёпта. Легендарный рейдер там был. Оу. Оу. Детонация. У них что, ничья? Нихера его колбасит. Ты что с ним сделала? А, я знаю, он панки не умирает. Он не продолжает слушать музыку. Да! Я или мясо. Антирадиционный рейд чего? Антирадиционная рейдерская броня. Уменьшение урона от гулей? На 15%? Да ну нахуй. 39 дамага. Какой-то неинтересный легендарный чувак. С него какая-то борода выпала. Будильник. Будибластер. Будиломастер. Будиломастер. Желтый летний летный шлем. Не надо, не надо. Боевая броня. Это неплохо, конечно. Спать. Бля, можно было и не хиляться. Бурбон, притвозлак. Наливные яблоки рдеют на снегу. Стимулятор Радикс. Стимулятор 2. Ништяк тут разложили. Полезно. Самодельный аккумулятор. Да ну нахуй, я его не утащу отсюда. Оружейный верстак. Ну, блять, ну давай посмотрим. Защитный тесак. Кастет. Это у меня, что ли, кастет? Нахрен он меня обосрался. Еще и два штуки. Ну, на две руки, правильно. Пистолет Келлога. Охотничий травматический пистолет. Чё, откуда у меня это говно? А, животным? Ну, разобрать. Этот предмет почему-то нельзя разобрать. Да почему нельзя -то? А кастет можно модифицировать? А, у меня уже есть. О, нагревательная спираль. Медь какая-то. Сколько всего надо? Это пиздец. А, ну я понял почему. У меня в Red Rocket, наверное, все эти. Я тут не могу крафтить, потому что у меня все барахло в Red Rocket сложено. У меня с собой ничего такого нету. Пусковая установка. У меня такая есть? Эй, у нас такая есть? Heads up. Патрон, патрон, пусковая установка. Да, у нас такая есть. Какой Пикман очень странный художник, надо сказать. Наистраннейший. Так, куда идти-то? Ага. Вот оно чё. Просто внизу дверь, которую не открыть. Я думаю, чё, блин, тогда назад, что ли, поворачивать? Тайник с крышулями. 19 крышек занычковал еврей.
Так. Это, блядь, первая мина в этой игре, наверное, которую я заметил. Надо сохраниться, а то мне, сука, при разминировании еще и руки оторвет. Опа, хрен нарыло. Кстати, за разминирование мины, насколько помню, должны были опыта дать. Хоть немножко. Они дверь открыли? Везучие уроды. Может, сейф откроют? Я подожду. Ёб твою мать, натуре. Смотрите, там в ланчбоксе что-то нарисовано. Пасхалка по любасу. Ну, ланчбоксы нужны только для крафта крышка мины. Чё это? Рейдер-тварь. Рейдер-нигер. О. Но. Но. Со второго хотя бы. У него так броня на экзоскелет похожа. Бля, это ты что ли? Химлаборатория. Вот, блядь, чего-чего, а в химлаборатории я вообще еще ничего ни разу не крафтил. Какого полезного рейдера я убил. А, я здесь был. Да-да-да, они вот эту дверь открыли. Очень сложный замок, у которой. Патрон. Скипидар, кисть, масленка. Банк с кровью, хуеть. Масонский глаз, что ли? Something isn't right. We should get out of here. Интересная какая картинка. На скриншот серии надо сделать. О! Блять, ты так хорошо стояла, но взяла, начала ходить, дура. Блять, он тут сатану призывал или картину рисовал? Визитка Пикмана. О, мясо Брамина, е. Визитка Пикмана. Такие вещи ее не пугают, ее пугают только пауки. Интересно как. Пикман! Пикман. You're mine now, rookie. Опа, как я. Да ладно, чё, в упор с дробовика ни с одного? Наверное, дробью мозг не задело. Ну все, все, мы видели. Блять, катакомбы, сука, лабиринты. Пикман знает, куда забуриться. Так, надо, походу, что тут радиация фонит. На входе. Я так думаю, что здесь надо сразу радекс выпить. О, рулет. Куда идти? Туда, 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 куда? Здесь что-то закрыто. Да хуй там. Тут закрыто, тут чемоданчик. Ну, значит, сюда. Под красный фонари. Пожалуйста! Допрыгнул. Пачка сигарет. О, стимулятор, водичка. Это я удачно допрыгнул. Килок много не бывает в моей-то броне. Блять, еще одна. Блять, куда он делся-то? Да пошел ты нахуй. Бомбануло. Наверное, не очень, сука, им нравится, когда я их тоже гранатами дуплю, сука, рваных. Кейт, блядь, не может успокоиться. О, что это за звук такой был?
Сахарные бомбы. Что-то, блядь, какая-то война идет прям за душу Пикмана. За ним реально армия рейдеров пришла, слушайте. Военный электросиловой реле, похеру. Рейдер тварь, стимулятор. Что-то с каждого рейдера уже стимуляторы падают. О! Легкий сейф. Ну, в легком обычно ничего хорошего не лежит. Да здесь вообще в сейфах ничего хорошего не лежит. Вообще не важно, на какую они там закрыты эту. Наручники. Отлично. В наручниках, по мнению разработчиков, в наручниках есть болты. Откуда там, блядь, болты? Шестерёнка какая-то. Рейдер-мусорщик. Сука, он что, это лопатой выкопал? Блять, это легендарный, ёб твою мать, да что ж за хуйня-то такая? Бля, надо было прочитать, сука, что, что у него над башкой написано. На легендарного нельзя так бычить. Где я сохранился, это что за место? А, ну все правильно. Я приобрел привычку сейвиться теперь на каждом шагу. Значит, легендарный, говоришь? Сука, сейчас, блядь. Кастетом выхватит у меня по щам. Бум, блядь. Ай, он мутировал. Блядь, граната, где граната? Бля, лихо мы его законопатили, слышите. Гибельный пистолет-пулемет, это что такое? Увеличение урона болотникам и насекомым на 50%. Бред собачий. Ну ладно, пусть будет. Патрон. Штурмовой противогаз. Протупея. Это все понятно. Жизнь-то у меня где? Куда, блядь, здоровье постоянно исчезает? Патронов для дробовика, конечно, у меня, блин, просто жопой жуй. Военная электросхема, вакуумная лампа. Можно выспаться. Можно высраться. О, пункт приготовления. Мясные блюда. Беличьи сухарики. Жареный рот олень. Плюс 25 к ни хера себе, плюс 25 к переноске грузов на 1 час дает рот олень. На час. 50 радиации. Как выгодно рот олень убивать, а я их отпускаю. Мочить их надо. Подлюк, ничего личного. К максимальному здоровью. Стейк из гнуса. Балдеть. Чего же я раньше-то не читал, что... Что именно дает эти мясо. А потом смотришь, ходишь, думаешь, о, что это я, блядь, так много веса стал носить? Оружие теперь есть какое продать, даже легендарные пушки. Плита. Что он делает? В помойке роется, что ли? Стимулятором похилялся. Что это там за гражданин, блядь? Пикман, что ли? Дайте я ему втащу, ёпта. Ну давай, ёпта, нихуя у него маска.
Бойцовая броня со шлемом? Это что такое? Бойцовая броня со шлемом. 28-35, нихуя себе. Если я одену, то сразу вес не могу переносить. Ёптать. А, надо посмотреть, можно ли бойцовую броню прокачать. Вместительная. А чем она вместительная-то? Ничего же не пишут по поводу того, что она дает. Заебали эти костюмы. Бурбоуни. И то никак. Ёбнуться, во. Hey, share some of that, why don't you? Они были убийцы. Что ты им сделал? Why did they want you so badly? A small disagreement. They objected to my hobby of collecting. Коллекционирование их голов. Так ты только... Ты только рейдеров коллекционируешь? What did you have in mind? A gift. Nothing more. If you visit my house again, look deep within the mountain. Сейф, да, видел, но. And you will find my gratitude. You'll need this. Бля, такие глаза у них уродские нарисованы. Ну ладно, хуй с тобой. Патрон, вместительная броня, панталоны. Ёмкий большой огнемет, нихуя себе. Интересно, сколько огнемет весит. Заебись, он весит 18. Топливо. А топливо я где выебу? Дорогая, придется тебе напрячься. Да блять. Эй. Мое оружие. Ёмкий большой огнемет. Да? А хер ли она носит вот это говнище, я не понимаю. Это она сама, что ли, подбирает? Охотничьи карабины, блядь, какие-то. Патроны, блядь. Бойцовская броня, которую ты один хуй не носишь почему-то. Пиздец. Теперь нахуй все это искать, выкидывать. Очень классно вообще. Сволочь, не вздумай начать это все дерьмо собирать. Патрон, топливо, тир-1. Да, работа у тебя теперь, чувак, сраная куча, вон, руби им бошки. Убивать тебя мне вроде ни заказа не было, поэтому мочи. Больше с ним нельзя поговорить, нет? Спросить. А что это такое у него сзади? Хуйня какая-то. Excuse me. Thanks again. Прошу прощения. А, у меня же герой бухой. Прошу прощения. North End. Ключ Пикмана. Но это выход отсюда. А мне надо назад в дом к его... Бостон Бьюгл. Это не журнал. Мне надо к его сейфу. А, здесь назад-то не залезть. Сука, придется через загрузку ходить. А тут так долго грузится это все. Стрелять, колотись. Ну ладно, у картины продолжим. Так, снова галерея Пикмана. Эти картины Кейт даже чем-то нравятся, понятно? Пикман нашел своего ценителя. Благодарственная записка Пикмана. Звукоизолированный мат... Блять. Сука. А, сейчас прочитаем, что там. Благодарная записка Пикмана. Когда он успел сюда положить? Вау. Спасибо, убийца. Ха-ха. А, может, его убить надо было? И забрать труп с его ключа?
Фу, блядь, не труп с ключа. Ключ с его трупа. Спасибо, убийца. Блядь, когда-нибудь уберут нахуй этого человечка отсюда, ёб твою мать, с экрана. Неужели? Предмет, одежда, что-то с него выпало, прикольно. Броня серебряного плащ, нет. Звукоизолированная, вот это что такое? Эмалированная, металлическая. Упс. Для какой руки-то хоть, ёптать? Как пос... А, X смотреть. Да, правой руки. А у меня что на правую руку надето? ОД восстанавливается быстрее. 3-5. Ну, у меня такая беговая. А здесь прям вон 10-5. Да пошла ты в жопу. Знахарская. Ну, это фуфло. А, сам это ножик, ножик. Оружие. Клинок Пикмана. Цели получает 25 единиц дополнительного урона от кровотечения. Ну, о, урон 30-ка, нихуя себе. У ножа атака быстрая. Да это круче, чем мой силовой... Силовой кастет. 60 силового кастета урон чему-то стал. А если я бабёнке его отдам? Hey. This is my favorite part of the job. Да-да-да. Топор Грогнака урон 50. Дам-ка я ей свой кастет. О! Тема. У него атака медленная. Сука, нож как из Counter-Strike. Слушайте, на самом деле этот квест настолько неплох, что даже не хочется портить эту серию чем-либо и... Труп в гробу перевернулся. Не хочется портить эту протопея. Кстати, смотрите, плюс протопея. А у меня никакой протопеи нету, поэтому, видимо, в инвентаре здесь показывают плюс насчет той вещи, которая, видимо, все-таки лучше, чем что-либо, что есть аналогичного у меня. То есть эта протопея лучше, чем мой комбинезон, например. Или на мне вообще ничего не одето сейчас, кроме доспехов, поэтому хрен его знает, что помечено плюсом, блять, в обучении. Если бы в этой игре было обучение насчет инвентаря, всем было бы проще. Ладно, короче, квест был неплох, действительно, Пикман порадовал, так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Все, адьё. Бурбон больше не действует, сейчас начнут с перегруза.